Дорогие подписчики и просто случайные зрители, такой сегодня немножко философский выпуск. Хотел поговорить с вами о том, что людей делает людьми. А людей делает людьми чувство эмпатии, чувство сопереживания другому живому существу. Почему вообще я эту мысль затронул? Потому что в ближайшее время, в июне, в июле пройдет чемпионат мира по футболу в России, и сейчас выделили деньги для уничтожения бездомных животных, что, с моей точки зрения, крайне нехорошо. И поэтому, что мы можем сделать в данной ситуации? Я оставил ссылочку под видео на петицию по поводу против уничтожения бездомных животных. И вот я купил сегодня китикет. Пойду кормить бездомных кошек, которые во дворе живут. Также, кто хочет присоединиться, тоже всем советую, как бы, каждый день делать какие-то небольшие добрые дела, просто поступки, которые можно сделать рядом с собой, со своим домом. Потому что все эти там участия в политических акциях, все это очень относительно и спорно. Бывает, что и партия, которая себя хорошо зарекомендовала, потом абсолютно не так себя ведет. Бывает, что и участие в этих акциях, участие в какой-то политической жизни не приносит никакого добра, а часто и зло. Либо вообще просто, в принципе, никто не ориентируется на ваш взгляд, и все равно победят те, кто запланировано. Вот, поэтому нужно каждый день делать просто простые добрые дела. Вот смысл жизни любого человека в чем? Смысл жизни любого человека в том, чтобы сделать окружающий мир немножко лучше. Вот если вы знаете, был такой лауреат Нобелевской премии Ферми, ну, Нобелевку ему дали за разработки в области атомной энергетики. И вот он, такую теорию у него есть, что если Вселенная бесконечна, то там бесконечное количество планет, пригодных для жизни. И они бесконечное количество лет развивались. Если бы там была жизнь, то давно бы они уже достигли такого прогресса, что мы бы увидели их следы, ну хотя бы в виде радиопередач. Так как этих следов нет, то мы единственные живые существа во Вселенной. То есть представьте, мы единственные живые существа в таком громадном пространстве, и какая на нас лежит ответственность. Уж понятно, что мы не должны заниматься тем, чтобы уничтожать другие живые существа, потому что это безумие, это какой-то парадокс, какой-то просто шизофрения, да, поэтому, естественно, мы должны помогать, тем более тем, кто слабее нас. Животные, которые нас окружают, они заведомо слабее нас, заведомо меньше у них ресурсов, поэтому я всех призываю помогать тем же бездомным кошкам, собакам, которые живут во дворе, возможно, у вас. Делать что-то хорошее. Кошек мы будем кормить в подвале. Это такой уникальный подвал, в котором куча каких-то здесь частных построек. Так. Еще надо этих кошек найти. Тун-тун-тун-тун. Вот они. О, вот они, вижу. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, дам тебе сейчас поесть. Видно.